На огромном небосводе очень сложно найти место, которое в итоге может каждый назвать своим. Большие яркие звезды всегда выглядят завораживающе. Уж они-то точно всегда знали, что им делать и где быть. Но каждая большая звезда когда-то была крошечной искоркой. Все они росли, крепли, искали себя и находили. Но как? Безусловно, у каждой звезды свой путь. Но мне известны такие созвездия, которые еще будучи маленькими, уже сверкают, притягивая взоры. У них у всех есть что-то общее, и это общее называют творцом творчества. Это место притягивает к себе крошечных звездочек, собирая и помогая. Большие смелые созвездия с радостью оберегают и наставляют малышей, помогая засиять. Звезды-наставники нашли свое призвание, однажды попав во Творец. Так одно чудесное место подарило цель и призвание целому созвездию творчества. Во Творце творчества школьников сияют маленькие искорки, звездочки постарше и большие звезды. Все они однажды покинут это место, но их сияние всегда будет напоминать о том, где все начиналось. Ведь чудеса рождаются там, где о них говорят, где их ждут, где в них верят. Там, где рождается созвездие творчества.